И снова здравствуйте. В это воскресенье новость не будет положительной. Сразу перейдем к делу. Несколько месяцев назад я начал делать ремейк айсберга по BFDI, и в нем я хотел решить такую проблему оригинального видео, как слишком быстрое повествование, ведь во многих моментах я слишком быстро и поверхностно проходился по пунктам. Эту проблему я не просто решил, а очень даже перестарался, сильно перестарался. Видимо, я забыл, что видео должно быть не просто информативным, но и не должно сильно нагружать вашу голову информацией, которая может и будет полезной, но явно лишняя для такого видео. А также я просто гнался за большой длительностью видео. Исходя из этого, я принял решение, что многие уже доделанные пункты айсберга я полностью переделаю, а те, что я выбросил, выложу на этот канал. Я, конечно, мог выложить их на второй канал, но я слишком много постарался над ними, так что они не заслуживают находиться на каком-то жалком втором канале. Есть ли еще плюсы? Разумеется, если я буду делать пункты меньше, соответственно, буду тратить на них меньше времени, а соответственно, у меня будет больше мотивации. Что ж, думаю, я закончил, теперь ждите следующего воскресенья.